Рыбу хавайте. Ну, они, кстати, могут еще часа 13 Какая либо 20 автегнить? дать анонс. Хуя не дадут уже нахуй. Не на первую. Не, там Т5 контент. Мира. Где дермич, блядь? Че на полмах? Реслин, что тебе не хватает в этой жизни? Все отлично. Че, нами? 5, 4, 3, 2, 1. Это было неразумное решение. Читайте это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу. Как вам такое? Надо подождать. Это заклинание. Мальмора вылетел, что ли? Не знаю. Блять, что за лаги, нахуй? Пиздец, блять. Ёбаный нахуй высерус, сука, лагает, блять. Что? А что, ты укус получила? А, Рохлыч, все. Рохлыч, кусай и... Блять, кринжкин, блин. Ну, а Реслину там квест не надо? Да там... А, блядь, ебать, стоп нахуй, Реслин же квест делает нахуй. Ну ладно, стоп, не МДПС поебать. Хотя не, уже, блядь, поздно нахуй. Дол... Берсу прёмся. Падайте, блядь, ну это не считается, вай, пусть с ним. Зайдите все в лужу. Что ты забыл про квест? Да, Реслин был укусен. Не, Реслин молчит, блядь, нихуя не сказал. Не благодари. Зеркало вообще вначале забрал? Да, ему... Я забыл. Он бы там Нисес вырубил, да забрал бы Куздейт, похуй. Он не принял чек, говорит. Если заново квест на возьми, что я напишу, раз ты там, блядь, внизу нахуй. Штыкните немножко. На, ты дермич на второй из баунда. Настя, ма, у тебя на тьму? Ну, Настя, да. С ума не серьезнее, что там у тебя? Кто первого укус лутает, то Реслина потом кусает. Реслин, бежишь там вместе с дермичом, ловишь зеркало, смотри, чтобы на тебя баф повесился, там как родовую кровоту вот туда, такая, блядь, лапка красненькая. Баф эти быстрее паладина. Все, там Реслин только не готов, дохавает, пойдет бойно. Поехали. 4, 3, 2, 1. Чё за лаги нахуй, я хуй его знаю, пиздец, блядь. А чё он не бежит с ним, а вот повешался?
Я бы Арислинку знаешь. Стой. Потом кого? Укусишь, потом ваничал. А ты или с ним мили какого-нибудь вообще? Реслин, укусишь Биг Мэй? Нет. Да. Пусть он его укусит. Будешь дамажить, нахуй. Пусть он его кушает. На всем похуй. Вы будет, конечно, красиво. Вот теперь луж. Готовьте, сейчас взлетка будет. Уйдите сразу от лужи этой. Ушли от лужи быстрее. Раньше набрали, и укусы раздайте, не проебите. Прохил, дама на тьму. Дальше. Просто чё кусишь. А ты этот... Ванчелу кусишь. Underdog. Что за бред, ёбань? Поднасрал нам тут, блядь. Дальше похуй, кого кусаете. Главное, укусите. И проебите укус. Короче, Рислин, в следующем укусишь чуваку, а я укушу Ондр. Слушай, это что? Соберите ему на тьму. На смогу он. Айсбаун жми, ему на тьму прожмите. Прохил, Бентли прохил. Нахуя хилов кусать? Геру, давайте делать. Что ты за хилов, парень? Арислин, у тебя спал бар? Все, отлично. Засчитал? Рид, нихуя ты хилишь охуенно. Я думаю, надо нерфить Эршамов. Чё думаешь? Ну, я тоже думаю, надо нерфить Эршамов. Чё дохуя хилит.
отвели. Ебать нахуй. 13.4, ебанись вообще. Ну еще 15.3, ну ладно. 15.3, я думаю, 5.3 убрать. Да нерфа было 16. И то меня в концовку усилили еще, так что чуть-чуть накручено. Накручено еще, нихуя, я думаю, надо 7к убрать. Нет, там, если орехи правильно раскидывать в те места, которые там есть урон, часто они хорошо поднимают хпс. Ну тогда надо 8 убрать, ебать. Не, мы там еще ноем, чтобы нам на цепное исцеление пробуждение древних прок подняли хотя бы 22 или хотя бы 25%, ну потому что 17 это пиздец. Тогда 9 надо убрать, ебать. Сука. Там добавят, и будет хорошо. 10 нахуй. Как-то душно стало. Я бы 10 убрал. Да вообще 15 убирай, да и поскочили ты бы. Чисто ТТ мы дал, Да, пошел нахуй остальное. Ну, на самом деле я бы вообще 2% вам сделал бы, блять, хватит. Мне кажется, нормально, достойно. Каких 2%? Она и так нихуя не прокает. Я бы сделал цепнуха. 1000 хпс, ебать, нахуй. И там прыгает по рейду и похуй вообще. Да просто дайте нам ливень, нахуй, 104 начиная. Авто 5 просто пусть он посильнее станет, и нам хватит. Не, какая-то дичь, мне кажется. Хуя ты, блядь, губу раскатал, в Т4 лужи ему это подавай, блядь. Блядь, не, ну можем миниатюрную. Блядь, когда они начнут вот эту вот хуйня? Как только, блядь, какая-то обнова, ФПС падает, пиздец, нахуй. Потом проходит месяц где-то, он нормально стабилизируется, залетает опять обнова и ФПС в сраку. У меня на лотеле, сука, 10 ФПС было, это пиздец, блядь. Добро пожаловать в мою ссылку. Это по-любому зандалары ебаные. Ёбаные 10 FPS, нахуй. Ты просто Unreal, блядь. Так что там, Серега? Что ты хотел сделать? С бедными шаманами. Да 2% вам ебать, нахуй, да, пробуждением. Да лучше б мозги нахуй себе они там на форуме выключили, блядь. Реально, блядь. Глядишь, поумнели бы, блядь. Ебаный, блядь. Вид на FPS, да. Я же говорил, зандалары виноват. Там, блядь, я писал в ЛС этому и тех с МПМПМПу, блядь, этому пидору. Он говорит, блядь, все из-за шаманов, нахуй, FPS минус, ебать, не сильная активка, ебать, там. ПВЕшная тачка. Давай, не надо шаманов, не-не-не-не. Не надо нас нерфить. Я говорю, нас нужно бафать. Нас нужно улучшать. Чайник слабенький. Билет. Чайник слабый. Он говорит, ебать, как нахуй поднять шаманов? Я говорю, блять, совет даю. При касте цепнухи есть шанс, то что цепное нахуй подействует не на 5 целей, а на 2. Он какой, ебать, добро нахуй. Да нет, там облизывайку 3 штуки нахуй. Не, не надо, давай, не надо вот это вот. Ты раз там так хорошо договариваешься, ты там договорись за протоваров, за мишек, чтобы им апнули, ебать. Да, протовары больше щиты не могут носить там. Да. Мишки теперь лысые, блядь, нахуй бегают. Без шерсти, нахуй, без защитной своей. Хорош. Без шерсти. Я всегда медведя называл. Если сам медведь, то это просто ебаный пуфик на ножках. Пуфик на ножках. Шкура без шкуры, ебать. Беба, она багнулась. В натуре? Да. Баба... Чё, клоун охуел, это моя фраза. Баба, она бегнулась.
Ебать, баха, баха. Огрипните сюда этих мудаков, пожалуйста. Только не заходите там, наверх не заходите, только, блядь, запустится валька, блядь. Ебать, у меня еще лучшая идея, Рид. Что думаешь по поводу Т4? Есть шанс то, что захилишь не пати, блядь, а пати противника, нахуй. Ебать. Босса захилишь. На 100% согласен, давай. Это как мы это, все время в яме угораю. Сидишь, у процентов 5 хп там остается у босса, блядь. Он кидает тебе метку, такой... Криты, все, что можно, прожимки, и босса хоп, на 80% поднимаешь, и такой, веселитесь дальше. А мне нравится, как у меня веточки, это, я прыгаю, когда они вверх, вниз, смотри. Что я наделал? Не дайте Финкенштейну пустить меня на опыты. Да, друид такой класс, ему и трансмут не надо, блядь. Один хуй ничего не поменяется. Да. Хоть бы, блядь, ввели какую-нибудь кастомизацию дерева, блядь. Вон объект, которого вы... Тихо, ребят. Вон объект, который... через которого вы хили эти трусы. Объект? Да. Ебать. Объект. Вот вам ориентируйся по рамбутам, не знаю. Или, блядь, короче, на двоих вас метку пустая, ориентируйтесь. Там, смотрите, с одной стороны. Так. Блядь, фонарь отошел, блядь. Серьезно? Все, респектите танк. Серьезно? Ну, может, танк и шмот просто напялить с ДД-спеком. Похуй, ну, трэш потанчить. Может, полу ДД. Ну, я убьют, ебать. Все, арчи на плуба. И фонарь. Ой, фонарь, и фонарь пришел. ДД-спек поменял уже? Да, успех поменял. Сейчас обратно. Фонарь слева, дермишь справа. Давай. А, не-не-не, я могу отойти, раз что такое дело. Все, пошли, да, все, да, пошли. Да, уже, да. Уже поздно. Фонарь слева, дермись вправо. На пол фонаре. У меня тут симфония. Ебай. Ну, въебу сейчас, нахуй. Думаю, понятно, почему я отходил. Да кто у тебя пищит там? Карелла. Кошаки, я на фонари, хотят, фонари, блядь, выруби нахуй своего попугая, блядь, он заебал. Он резко очнется. Возьми его, блядь, не знаю, покрыли ебани разок нахуй. Леща такой. А у него обратка, у него обратка. Мне также попугай кормил, ой, блядь, кормил, кричал, когда я его месяц не кормил, блядь. Я бы тоже хотел, чтобы меня попугай кормил. Мы, короче, пока с профа шли, я хитмана установил. Надо, блядь, написать эксмэм. Хуй, да. Вопрос только, который старый хитман или который новый хитман? Который новый, вот этот первый, 2016. А какой лучше? Не, мне классический хитман нравился, тех годов, ну, 2000-х. 2002 вот этот. Мне Silent Assassin нравился, кайфово. Мы в школе играли с ним, в этот Hitman. Там, короче, перевод хуёвый был. Там, короче, у этого типа в первой миссии там клышка для гольфа, ебать. Клыч-карта, нахуй. Там и всё хуёвый перевод. Но зато мы любили эти игры. Это охуенные игры. Их переводили как могли. Да. Потрачено, ебать. Не, ходи свое трахание, все такое. Да. Потрачена еще хуйня, вот попущено вообще заебись. Попущено его. Не встречал. Я видел такую хуйню. Что, сколько у вас там стаков? Подожди, сколько у вас? Где-то 25. Не, еще. Ладно, еще один портал зайдет что-то. Для лодов написали Алекса Мерсера, там вспомните. Подавление в первую очередь захуяривать, чё вы, блядь, жирного этого бьёте? Нихуя. Сейчас захиливать уже будем, на следующий портал. Фонарь я прохилил, сейчас киснет, молодой. Опа, чё за фриз был? Да, фриз какой-то был. Охладите свою трассу. Охладите свой шрем. Заливай червей быстрее, сейчас силы захиливать будет с портала. Трэш убивать ведь. Жирно в последнюю очередь.
подавление перелетел. Все, вижу. Геру дали, дай гимн на ШП этот. Дертач. Давление хуярить. Заберите маг. Ладно, чибна. Кидаем еще крылья. Кольцо. Да, мне оно тоже нужно. И все. Хуй. Настя тут? Кольцо есть. Что это за так, парень? Не выпанись на трэш, если кофе сделают, я засыпаю нахуй по-быстрому. И дайте, я вам искривежу, сейчас мишечку спущусь. Тут уже два челика выпанулись, блин. Там не лестница, блядь. На лестнице. Вон чела, встань, рофлыч, встань, блядь, шкаф поставьте, суманите. Или там резать. Да иди делай кофе, засуманим. Резного, блядь. Батя, ебани шкаф. Рофлыч, все, будет команду, давай там. Заходи, да блядь. Не надо, он внизу валяется. Тебя надо. Там не реснет, блядь. Да сука, ну дамаг-то нужен по мобам, блядь. Рофлыч, зайди в инс, блядь, быстрее. А все, он реснется. Ну все. Кутироги, блядь. Вот, блядь, паникюр. Надо нерв паникюр. Сука. А че вы уже ты там? Мария, да? Синрица. Там уже активировали, если что. Что, пошли за Нарин активейтед. Запрыгивай. Ну, короче, гнев небес надо дать, как они к центру будут подходить, жуки, близко. И будет нормально все. Войт, есть предложение. Маги Гру будет у нас в ВК. Я тебе даю кота, ты мне сову свою вонючую. Давай, согласен? Зачем? А что ты хочешь? Ты... Блять, да я котом... Я не помню, как котом играть, блять. Вообще похуй. Тыкаешь, блять, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 5, 8. Да не, вон, проси у Рофлыча или у кого-то другого. У меня там, блядь, 4 гильдии, блядь, 5 персов висовых. А похуй. Всю голду я перекину, если чё себе. Я понял. Ща, короче, это, пачка этих гуманоидов выйдет. Вот сюда выбегите подальше. Там после напулов только уже начнете уешь. Вот сюда вы встаньте все. А то, блядь, сдохните, как всегда. Танки в центр сводите, там роги аккуратно на пол дадут. Хант. Чё, на пол? А за них что, вообще репу не дают? А? За них вообще репу не дают? Не знаю. Опять своего удава призвали за это. Спрячься его обратно. Сука. Бомжи, блять. Ресните. И батю тоже ресните. Сейчас после этих мелких ресните, сейчас не получится.
Да я его резнул. Ну там, там бой мне кидать, сейчас резнет. Все, обратно в центр вставать, сейчас жуки большие, и все. Каску там пристабав дать. А каску? Спасибо. Ебать, фонарь это ты что ли? Угу. Это Финариан, а не фонарик. Вообще, я кстати, чё? Да, верно подмечено. Я крайне возмущен и недоволен. Я в тильт. Да я хуёво Ники произношу, блядь. Точно не знаю, как правильно. Вот Келесит, Келесит есть, Валанар и Талдаром еще есть. А вот Воид Фирия или Воид... Когда считается. Блять, Войда невозможно ошибиться, блять. Просто говоришь Войд и все, блять, и похуй. Не знаю, блять, я вот читаю, какой группа 5 первый в списке. Ригендон какой-то. Ригендон, блять. Кита ри-ри-ри. И вот на этого человека мне написан Макрос, блять, а. Ну где, блять, иди сюда, нахуй ты. На сейме тебе. Бля, заебал ты. Блять, у меня есть голда, чё ты паришься? Чё, кто сдохнет, давайте ставки делать. В смысле, кто? Мы так все знаем, кто. Не, я не сдохну. Ебать, что происходит? Почему на Зовила? Зовил, блядь. Ну он на меня это частицу накинул. А чё? И иди, когда я ее снимаю. Иди, 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 иди. Дермич, давай дальше. Все, давайте, запуливайте все, блядь. Не кидай кого? Частицы, когда собирают. Давай прожимки. Тебя захотал. Дермич, дермич сюда, веди, блядь, всю эту хуйню уже. Похуй, как оно там станет, поебать. Ебать, минус Арислин. Никто не ожидал. Минус Мирай, блядь. Умираю, все мы ждали, когда умрет. Сука. Я сегодня так. Этих мобов, не знаю, за 7 секунд залил, за 8. Блять, я лут не разролил нахуй, ну ладно, похуй. Че, какой-то лут проебали? Проебали? Не, нихуя не проебали, просто дохуя потом ролить надо будет. Я обычно ж на этом, после вальки разрали. Первый босс очень нужен. Да там еще полчаса не практически. Че там, тапочки хочешь? Да, тапки, наверное, хочешь. А мне тапки на мастерство, нахуй. Да, последний и... мне шмот нужен. У меня перекап мастерства пиздец. Дракона ебанем, спекнуться? Надо, чтоб шем подошел. Суманить всех, рыбу хамить. Сейчас спекнусь, короче. Это без Геры пора убивать уже, не? Как думаете? Зачем? Володя, блядь, это Сэмми нахуй, заебал. Поднимем голды пополам, не поднимем. Фласку вон, у Рида возьмете на СПД. АП Ондры. Это фласки. Это тем, у кого доступа нет в ГБ, типа? Да. Чё, надо Риндус... Саппорт, может, саппорт, может, мне на тебе найти надо. Тыкните нас. Теперь можно обмен. Давай, Дермич, быстрее обмен. Пора всем алхимку вкачать, ебать. Что там, блядь? Где Настя? Ты к ничему. Никто не смог. Почему ты у нас спрашиваешь, когда она с тобой живет? Она там какую-то похлебку ест. Похлебку? Настя, заебал. Настя, иди, пожалуйста, блядь, в Беларусь, пожалуйста. Все, давайте, только четко прям Гера, да? Давайте.
Нету гера у нас. А, уже от КД шло. Припоты готовьтесь. Чё там, давайте, да? На счёт 3, да? Давай. Вондра. Всё, поехали. Сука. Ебать твой зафейлил. Блять, а гера нету, блять. Ебать, ну. Гера нет. Не захотели давать. Без гера должны давать. Должны уже попора. Конечно, блять. Вот так нет. Вот нахуй. Просто кнопки пожалели нахуй, нахуй. Нахуй. Это просто пиздец. А ну нахуй. Сегодня я прячусь от Феррата, так что вы будете бить в лицо. Не научился ты фонарь ставить, блять, босса нахуй. Текстурку его немножко заводишь, блять, он вообще ни в кого не ферряет. Ермиш, тебе сколько вар заплатил голды? Скажи мне, пожалуйста. Плохо поставил фонарь. В текстурку вот этой хуйни надо ставить, тогда он вообще ферять никого не будет. Он будет фир в текстурку, да. Меня фернуло, так это говно. Ебать, идеально. Да я, блять, про эту текстурку куда ты изначально, блять, говорил. Ты, блять, ладно. Не верю, короче, не верю, не верю. Иди ко мне, вот иди ко мне, звезда, честно. О. Вот смотри, только, блять, босса, вот ты вот должен вот так вот стоять где-то звезде. И что босс пол ебало его заходило вот эту текстурку, вот этой стены, блять. Нет. И тогда фир никого. И тогда фир никого не кидается. О, работает. Не кинуло. Почти. Работает. Что работает? Нихуя не работает. Меня фернуло, не фернуло, блядь, меня не фернуло. Ну, так тебя-то понятно, что не фернуло. Главное цель. Чтобы меня не фернуло. Реслин, танк спек с ревностным защитником, фулл танка шмот, ключ, там всю эту хуйню, чтобы у тебя лучше всего было. И, ну, грань, соответственно, оставляешь. Бегаешь все время на маунте. Вот. И это. Думаю, должно хватить под шелдой. И там этот, короче, под конец просто ударишь босса один раз гранью и все. Не забудь, это важно. Так, фулл танк шмот идем. На маунте бегаешь и все. С маунта не слазишь. Перед началом боя садишься. Рыбу хавать. Зовер. Блять, крест далеко поставил. Там. А, все вижу. Кого там? Да не-не-не, не важно. Он услышал мой зов. Бывает. Мы, кстати, на рекорд идем, быстро идем, надо быстрее ебануть. Давай я терщину клуба. Надо тапки не просрать. На, сейчас после синдры сразу разрулим. Все, поехали, запускаем. Еще 23 минуты. А можно фрост ауру? Зайдись. Еще и лича убьем. А, все. О, отлично. Если хочешь, можешь забрать. Беги, малышка, беги! Не бежали быстрее. Вагоны, блядь. Чувак, поднимись. У меня завис, он нахуй всё.
Реслин, Мирай, Биг Мами, вот Фьюри, Рофл, Луч вынесли. Все, молодцы, это шли остальные. Спрятались за склепы. По центру прямо падает. Зашли, блять, она ебанет сейчас. Дай сокру фонарик быстрее. Да. Успел. Перешли из центра, падает. РДД по крайним глыбам играет, чё не целый. Справа близко падает, перешли. Все, дермич, можешь уходить уже. Слева. Разбили склепы быстрее. Реслим, после следующей глетки можешь начинать ловить. Ну, подъебало подходить. На этой пока не надо. В следующий раз летит, можешь начинать ловить. Хотя можешь сейчас один стак словить. Подходи, подъебало. Ебать, у меня пинг, по-моему, пиздец поднялся. Приготовились у меня, убежали быстрее. Деслин подъебало, сразу подходи. Прохил, блять. Прохил. Ты серый лагаешь вообще прям? Ну да. Я... Вообще, по-моему, пинг 500, ебать, мне кажется. Понял. Да, 440. Ну ладно, пока не будем резать. Вынесли метки. Реслин, скорее всего, фонарь эндерточку трог. Быстрее. На него вроде не набросится, если не ошибаюсь. Эндерточку ты, блядь, побежал. Ёбаный в рот. Справа падает аккуратно, по центру почти. Серый, скажешь, если у тебя там получше станет. Слева падает. По крайней, блядь, левой и дальней играйте. По центру падает. Прямо по центру. Больше ДПС по склепу. Левым самым. По центру падает далеко. Все, разбили склеп. Реслин, сразу подходи, подъебал ее. Вас вижу, вы двигаетесь, все норм, ничего не лагает. Что там, три стака у тебя висит? Должен четвертый, по-моему, еще быть. Да? Реслин, скажи, да, нет. Три. Ну окей, еще один должен сходить, подходи. Ну, успеем перевести до взлетки, я надеюсь. Да. Ты не успела. Вроде успела. Мы бежали быстрее. Прохил. Рейд поднимает, типа, хп, переводим. Реслин, дебаф повесился. Пока бегай на маунте. Первую метку в печеньку. Эндертач в печеньку. Скинем все стаки. Скинули стаки, разбили склеп. Мильки, особенности. Опять печеньку уносим. Кринжкинг печеньку. Шилдик дай по кринжкингу, Альмара, отошли от печеньки. Прячемся присяжками. Подбиваем склеп, но не до конца. Все, хорош, топнули. Не бьем склеп. Не бьем вообще склеп. Отошли. Следующий в крест выносите. Все, разбили склеп, крест бэнкли. Ебать нахуй. Миленький склеп разбили. РДД босс хуярти. Онра в центр в печенье. Разбили склеп миленький. РДДшники, слушайте, давайте ставим. С Гагулина в крест. Великий склеп разбили, РДД босс.
следующую печеньку. Дай мастеру фонарь. Прохил. Даже мастеру зубы виби. Отошли все от печеньки. Скидываемся, так и перетяжка должна быть. Фонарь я прохил. Не добивайте склеп. Все, добейте склеп быстрее. Все, склеп в сторону. Геру, фулл ДПС по боссу. Реснину дать боссу, крайне. Такой желудок. Пизда, нахуй. Сегодня такой желудок выпил у меня. Мой гад, клык, фонарь ГЦ. Да, да, спасибо. Я его видел во сне, кстати. Я видел клык. Фонарь, у меня, кстати, на ДК клык есть уже, если что. Ура, победа. А я ношу компас РВК. А, еще мне надо купить чарки. Сейчас я вернусь. Он выпил в тот момент, когда ты решил забить болта, нахуй. Спас, тупо. Нет. У меня интернета не было. Так, давайте по луту серебра. 14 минут осталось. Реслин, задавай квест. Иди. Засчитал же тебя, надеюсь? Все, отлично. Ульмара даже нет. Не сакать. Ну, наличие уже даже. Блин. Я с ним. Сейчас она обратно полетит, осторожно. Кто медленно бежит, сейчас она обратно полетит. Бойт наебал дизинфу, блять. Да, 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 наебал. Зловера мне. Вот. Что-то поменяли, блядь. Десятка. Вот это, наверное, сейчас полетит. Да, да, их местами поменяли, походу. Так, фальмар, кольцо. Рит, 5 камней, пожалуйста. Дальше еще леди разролим сразу тоже. Звоню обмены. Боты. От ПБ, ладно. Давай, мин. Получается, теперь бис. Ну, Артеда всегда больше конкуренции, чем Миликов. Не сравниваю. Ну, Зовера, скажи, чё блядь, я тебе должен на агро, да? Нахуй целка ничего не падало, ебаный рот. Чё, Миликам сложнее одеться. Да ну нахуй, блядь, если ты ебанулся, кастеру намного сложнее одеваться, блядь. Ты ещё учитываешь, что там хилы ролят, нахуй. Ничего. Вару сложнее всего. Мне что, ДПС дает только плохо. Из миликов вару сложнее всего одеться. Ретрику вообще на изи вон будет чекать. 264 убийство ретрик. Так, вот и никому не надо. Все. В два танка пойдем в пизду. Там дохуя хуярит. Я в прошлый раз, они что-то сделали с жнецом, блять. Он теперь и физой, и магией дохуя бьет. Я, блядь, чуть не умер нахуй в прошлый раз. А я во втором рейде нормально танчу, кстати, в соло. Когда, блядь, это было? Ну, как только это появилось, там я уже получил весь об этом. Я там чуть не охуел, блядь. Это на боты ты зовер кидал? Или на что ты кидал, я не понял. А можно сумон, кстати? Пожалуйста. Жулый сумон такой. Кого взять, блядь, я не понимаю. Поставьте шкаф. А. Суманите фонаря. Не, нахуй, пизду, в два танка пойдем. Ебало в рот. Ставлю на кон свою ЕП. Нахуй. Я хочу в соло, я хочу самоутвердиться. Сый. Ну ладно, хуй с тобой, нахуй. Танчи, блядь. Ну не надо, пожалуйста. Не, делай не свою ЕП, а чтоб тебе ЕП не начисляли до контента Т5. Не-не-не-не-не, ты это, свои условия сам себе придумывай. Не, ну а чё? Как бы там должно быть, ну, нормально всё, просто бурстить хилом ножницы и всё, и духов похлопать, хуйня. Настя, пожалуйста.
Спасибо. Так, не так-то все изи, если не слакать, да? Да. Есть. Почти на пломбе. Фонарь, если мы сейчас из-за тебя вайпнемся, я мало того, что тебя обнулю, ты еще месяц не будешь получать ИПЗРТ. Не-не-не, это условия каким-то другим придуманы. Я думаю, это условия к Мирае, похуй. Есть что Мирае минус? Да? Согласен? Если я успешно оттанчу, вы мне статую будете ставить и поклоняться тоже. Как сильный протопал. Из макарошек картину сделаем. Да-да-да. Сейчас на первом, блядь, жница ревностный будет чекать. Нет, не будет. А он ключ прожмет и скажет, видишь, не было. Тут не... Ну, кстати, там надо же... оно закончит. Тут роляет не персонаж, блядь, а весь рейд роляет. Ну, если все тебя задефят, то заебись бы. Там еще чумы теперь нахуй вешается эта хуйня, кстати. Чума бесконечно перекидывается просто. Что, диспелим пока, да? Чума не нихуя. Чуму, блядь, аккуратно выносим и диспелим, нахуй. Не так, как в прошлый раз. У нас стакается на лече, нахуй, там урон ёбнутый, нахуй. Я ж умер тогда, помню, из-за этого. Они же, блядь, как обычно, нахуй. Обнову въебали, а сказать нахуй надо. Беба аккуратно. А, только Сао снимайте меня, пожалуйста. Или тикайте косты. Бентли вылетел. Бентли отпал. 1% уже. Переходим, это шлешер, скорее всего. РДД сейчас тупо хуярить и подниму. Пиздюшек, это чума потом прыгала и ебала в рот. РДД гневный бить. Сейчас перепрыгну. Может типа бить пока троху, пока шлерка ржу. Все, отошли. Сейчас умрет. Отошли. Серега фуловый был, ладно, спасибо. Здесь понял тебя. Все, мне его поверьте, что тролли. Только это, не лутайте. Добро. Как скажешь, Бен. Твои слова закон, как говорится. Ну, блядь, воров, ты чего лез нахуй? Из высоких гор, блядь. Мутант, да. Сука, не успел, блядь. Я в шоке. За спину ключусь. Шо в шоке? 0 тиков коста из 4. Или из 3. Фонарь, проснись, ты обосрался. Извиняюсь. Сука, я мать. Реслин мостан, дай. Разбежались с турнира, быстрее ушли. Ганглю отошли. Не почувствовал, Рену снова нет. За спину встаньте. Да блядь! Вару, блядь, бесит. Я тебе кота дам. Фей, давай, меняемся нахуй.
Ты думаешь, блядь, в шедеспеке что-то отличие есть, нахуй? Тут же спина, нет, нахуй. Тупо спина, я ебать. Я говорю, никаких, блядь. Скирни не разбежались, по-моему, круто. Вы чё, блядь? Я всегда матерюсь в каждом рейде. Но... А когда ревностный будет? Сейчас будет, не переживай. Но больше всего я матерился с этого, как его, блядь, беззащитный, бездарный, как у них, не помню. Безжалостных. Безжалостный, вот. Добейте Вальку, блядь, глюсниц. Скирни не разбежались. Три для отошли. Все это переведем, наверное, 3%. Разве 3? 44. Теперь 3. Теперь 3. Теперь 2. Нет, теперь 2. Вот теперь 1. Да вы заебали, как попугай нахуй в фонаре, реально, блядь. На крайсе пошли быстрее. Массакру. Сакру, дай. И маны вы жмите. Ну подпрыгните, хули вы так урона дохуя лутаете. Вагоны, блядь. Это специально, чтобы хпс накрутить. Потикайте хотя бы косты. Скажите, какие вы. Всем похуй, фонарь. Ну все ясно. Сейчас поверну в рейд. Последний раз, когда я танчу соло. Не хотят нихуя работать, да? Ты, блядь, вот думаешь так просто нахуй кикать с моим фпсом, блядь, вот ты, блядь, у меня сейчас нахуй 15 фпс, блядь, вот ты думаешь это так легко, блядь, вот, блядь, по фонарик. Ну что мешает нахуй хаджом кикнуть, ебать, вот реально. А оно сломано до сих пор. Пиздишь, что? Пиздит. Нет. Фонарь, ну признайся, пиздунца загнал, так блядь. У меня даже расовый не может сбить почему-то до сих пор. Сферу добейте, нахуй. Фонарега, блядь, не улетел. Сейчас касс собью, смотри. О, проверяю. Реально кикнул, хорош. Оп, я кикнул. Вот, сейчас. Может, за спину? А, нет. Сквернение по бокам где-нибудь. Пилеты шли. Заспу включусь. Легко, может, Геру или еще? Или когда? Гера ж была, Не, когда Синдра была. Вообще в когда? Мы не давали. На туре, блядь. Че, я не сломал, что ли? У меня 7 минут КД, нахуй. Не знаю. Сквернение по бокам также. Глю опять. Ебать, три раза на него, блядь. Может, следующий кто-то поймает, кроме меня? Давай я поликом поймаю. Давай, верю. Герой, вот это герой Луна Света. Фонари ладно, вот. Да блять, ну. Фонарь, дай мне диван. Потом. Все во мне сомневались, что я танчу, я никому не дал делать. Сквернения там разбежались. Блять, не выкидной ну работает. Ну хрен с тобой, не давай. Давай на мужика, ебать. Охуенно я вышел, блять. О, Рофлевич, ну ты, конечно, смог меня обрадовать сегодня. Тебе и дам. Не-не, в два раза FPS точно снизился. Наличие. Прям пиздец. У меня 15 FPS, я хуй его знает, как вот, вот реально. На... я, кстати, это, жду. На РДД играя как бы похуй, ну типа там по большому счету, когда тыкаешь ротацию, ну типа свою, ну плюс-минус. На милике, сука, блядь, когда босса вот дергают, это пиздец, нахуй, с этим FPS-ом, я хуй его знаю. А, вообще, РДД для даунов.
Тынка, вот прикинь, они во мне сомневались, а я прекрасно танчил. Ну, типа, у меня весь бой нахуй, плюс, ну, больше 15 фп. Ну, может, там поднимался, ну, плюс-минус все время 15 фпс, это пиздец, нахуй. Ну, реально, нахуй. Ноль ревностных. Почему других не так? 600 дпс нанесла эта змейка. А я раз так. Короче, прикол другой, блядь, смотри, Зандалара качнул, у меня есть расовая опека, Кимбула... Кимбула, вот, блядь. Да ладно, не продолжай, нахуй, стою в Далоране. Подожди, я стою в Далоране, блядь. Я отошел на час, нахуй, прихожу, а у меня, блядь, вся память, нахуй, забита опекой. Она, нахуй, пассивно, вне боя, блядь, забивает, нахуй, весь ДТЛ. Прям вообще в хламину, блядь. Она стоит раз в 4 секунды мне хилит. И помимо всего прочего, она мне силу рун, блядь, в друиде нахуй хилит еще. Что за бред, блядь? Что это нахуй? Я тебе отвечаю. Ставьте шкаф сразу же, ребят. Ондра, не трогайте сундук, нахуй, не трогайте сундук. Ондра, посмотри вот, блядь, посмотри, Ондра, нахуй. Вот это, мне кажется, блядь, у тебя тоже, нахуй, ДТЛ засоренный, пиздец какой. Да он скаду играет. Нет, я тоже ДТЛ. А не важно, ты посмотри, я открываю, я смотрю, главное меню. Так, смотрю, FPS, задержка. Открываю память, у меня память 70, нахуй, мегабит, блядь. Всего лишь 70, у меня 115. Ритм вообще не важно там, это у него там все аддоны, блядь, полипауэр и прочее. Не важно, но я к тому, что у меня из этого ДТЛ занимает, блядь, 50, нахуй, 70. Что это за бред, блядь? Что там выпало вообще? У меня 157, и у меня ДТЛ занимает 102. А я уже открыл, я открыл. Ну, я два аркуса, ебать, бесслут, нахуй. Ебать. Вы не чела, в обе руки возьмешь, да? Я возьму один, ебать. Да, у меня сейчас регенит по 12, ебать. Просто раз в 4 секунды 12. Вот прям сейчас, блядь, до сих пор, на. Уди, так, блядь. Это хуйня надо кому-нибудь? ЕПФ, в принципе, сейчас сразу дам. Сколько там, блядь, без вайпов, ну. Ладно, это ли там мой косяк? Сейчас в дис нахуй кину, смотрите, блядь. Так, сколько раз? 50? 1500, 1650, 200, 1850 и плюс 900 получается. Не помню. Что? А где? Что, где? А где мои пушки? Так, блядь, открой сундук, нахуй, и сдавай каждому еблану внизу, ну, эту хуйню, подходи каждому. Мурадин там, блядь, не, Мишерда. Там. Ебать, сила. Дорож, хуёша там. Ну, там сперва это, сдавай. Она, этого дебилу чё, который ШМ делает, сперва он идёт. Мирай, а потом кому по руку. Кайфу. А токены вообще кому-нибудь надо, вот эти-то десятые? Мне на Мурадин надо. Что там упало с сундука, что я не увидел? Два аркуса, блядь. Вова, договариваемся, ты сейчас снимаешь все, я следующий РТ снимаю, договорились? Убраться. А я курить пошел. Снимай ЕП, 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 или Акуми сплавь. Окей, давай обмен, давай обмен. Мирай нахуй меня проклял, блядь, друид силу рун восстанавливает, охуеть. Бать, никому травма не нужна, серьезно? Угу. А, Алвармора хочет подтестить. Ты сундук не взял, что ли? Так, Вальмора травма. Наручек надо кому-нибудь? Кому, ну, ничего не надо, можешь сливать уже, я ей подался. Дратуащий мин. Ты чё, так сейчас бегаешь туда-сюда? Угу. А можно все просто сразу бегать? Нет, блядь. Пиздец, на это жаловаться, нет, серьезно. Я бы наоборот обрадовался, что у меня. Так там кольцо, моментально. Кольцо бисовое, блядь. Кунка на тебя, нахуй. Будешь брать? А, да. Кунка? Да. Разрывай, нахуй, за косарь, блядь. Ничего себе. Я возьму, если мне заплатят за это.
Хорошо, заплатим с этим ЕП. Я это... Соло танги сделал. Сейчас я полуту, потом покину эти ебаные нахуй. Зовер, это ты на что? На перчатки танковские? Тузы. О, нихуя. Коняшку мне в студию. Никак мне коняшки. Ну, Зовер там получается две шмотки вроде бы рольнул, да? Я правильно понимаю. На Зовер получается пучину и танковские перчины. Пузы, дремич 10, да? Дремич обмен. Кольцо танковское. Надо тебе дремич? Прикольно, кстати. Ребята, а у нас много людей, которые играют со звуком? Да. Пизда, она. Че? Зовер, ты... Ну что ты на кольцо? Она будет свою хуйню ставить постоянно, пока ты сейчас... Да, да, да. Я тебе, блядь, ЕП минусу на нахуй. Сразу, блядь, 30% за каждую, блядь, Ильвану. Это охуенно, блядь. Да, она не будет, это быстро заебется. Ой, 2500 нахуй. Чего? Реально? На успех 2500 нахуй. Ну да ну нахуй. Ну тогда прибавляй обратно 10, ебать, нахуй надо. Давай, блин, хуй. Че, 10, да? Давай. Ебать нахуя. Да? За косарь, блядь, тебе по дешевке. Да так-то там травму носить, ну, в основном. А эту хуйню только чисто, если вальку захиливать, блядь, можно одеть. Так, теперь токены, блядь. Сейчас посчитаем. Вар. Раз, два. Три, блядь. Три токена на вара. Надо кому-нибудь вообще эта хуйня? Вот эта варовская. Так, друид, ладно, дальше друид, хуй с ним. Раз, два, три, четыре, пять.